Копейске отправили под стражу четверых жителей Челябинской области за сбыт наркотиков. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 1 килограмма запрещенных веществ. Раскрыть наркоцепочку помогла 31-летняя жительница Копейска. У нее нашли 120 граммов белого вещества. А когда в квартире обнаружили еще почти килограмм наркотиков, поняли, что она действует не одна. Так вычислили двух ее подельников из Копейска и еще одного из Кыштыма. По обстоятельствам участия в незаконном обороте наркотиков возбуждены уголовные дела. По признакам преступления предусмотрены частью 4 статьи 228 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанную избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь наркодельцам грозит до 20 лет лишения свободы.